химические элементы во внешней реальности с точки зрения идеальной конструкции мира. Мы видим, какие управляющие системы идут. Encontrar la norma de los elementos químicos significa que nosotros vemos esos elementos en el planeta en su construcción ideal. Мы видим, ощущаем глубинную красоту мира, которую раскрывают эти химические элементы, их управляющие волны. Y vemos estos elementos químicos y toda la realidad que revelan, que nos muestran sus ondas, sus sistemas ondulatorios. Y при этом вы можете заметить, когда вы видите эти управляющие системы, но вы их не только видите, но вы их еще и чувствуете. Y cuando nosotros vemos estas ondas, mejor dicho, las sentimos, pero las percibimos. Вот начинаете чувствовать вот эти управляющие системы от нормы химических элементов, которые на Земле. Comenzamos también a sentir estos controles a partir de la norma de los elementos químicos en la Tierra. Это нужно почувствовать резонансную волну. Вот что значит мы чувствуем? Одинаково норма, вот эти норма во внешней реальности, и одновременно это волна нормы и внутри нас. Y entonces sentimos la resonancia ondulatoria, o sea que sentimos la norma en el interior de esos elementos y también dentro de nosotros mismos. Вот в медицине есть такое понятие резонансная терапия. En medicina existe lo que llamamos terapia de resonancia. Вот мы здесь работаем также. Когда мы раскрыли волновые управляющие элементы, нормы химических элементов на планете, y nosotros aquí trabajamos igual y vamos a conocer los diferentes elementos de la norma dentro del control de los elementos químicos. Почувствовали эту резонансную волну? Sentimos esa onda de resonancia. То мы теперь это нужно как бы перенести это восприятие на образ человека, с которым мы работаем, и увидеть и почувствовать, что внутри него работает та же самая резонансная волна нормы. Y vamos a llevar esto al cuerpo de la persona y vamos a percibir que dentro de su organismo también empieza a funcionar esta misma onda de resonancia. Итак, мы еще обогатили свое управление вот этой резонансной волной нормы. De esa manera nosotros hemos enriquecido nuestro control con esa onda de resonancia. И теперь мы продвигаем образ человека, кого мы восстанавливаем, и видим и чувствуем в нем резонансную волну нормы всех химических элементов, которые находятся на Земле. Y estamos llevando hacia adelante la imagen de esa persona y dentro de su organismo estamos percibiendo, sintiendo la norma y esa resonancia de la norma. Вот эта резонансная волна нормы — это как музыка души, это божественное, да? Вот и какой-то резонанс, и как... какое-то развитие, раскрытие. Вот начинаем это видеть, чувствовать, слышать в образе. Y la resonancia de esa onda, pues, es como de origen divino. Nosotros comenzamos a sentirlo, a percibirlo. Es como una música divina. Но при этом все время управление продвигаем вперед. Y constantemente seguimos con el control. Таким образом, мы выводим из организма человека, или вы с собой, например, работаете, ненужные лишние элементы. Y de esa manera, pues, como que extraemos del organismo humano, del
también estamos trabajando los elementos innecesarios. Ну, как бы очистка, да, вот есть понятие, очищение организма происходит. Ну, вот эта резонансная волна, она на глубинном это уровне, да, как эта же информация, она слетает, да, с образа. Вот такая резонансная волна, которая очищает организм, ненужное все исчезает, расформировывается. Она держит в такой норме, что оно не входит, как бы информация не нормы. Y sentimos esa onda de resonancia que nos ayuda a limpiar el interior del organismo y de esta forma pues estamos cumpliendo una función muy importante. Ну, вот когда мы вышли в такой уровень мышления, да, когда мы так видим, чувствуем, наше мышление опережает скорость развития заболевания, потому что быстрее резонансная волна постоянно работает, она не дает работать информации, например, диагноза какого-то. Y de esa manera, pues nosotros vamos a ir trabajando paulatinamente y no nos hace falta, digamos, dar la información de la propia resonancia. Таким образом, мы выводим из организма выводятся ненужные, лишние элементы. Lo que ocurre aquí es que simplemente del organismo se extraen todos los elementos innecesarios. Но при этом так работает эта резонансная волна нормы, да? Абсолютная волна. Она воссоздает, добавляет необходимые элементы. Y al mismo tiempo esa onda de resonancia también genera los elementos que sí son necesarios. Ну, часто, да, для нормы здоровья, например, людям рекомендуют там и кальций, или магний, или витамин какой-то, да, то когда мы делаем управление через резонансную волну нормы, мы не только такая, ну, резонансная волна нормы, соответственно, она убирает ненужное, но и она его создает, она создает, это создается в организме нужные элементы, необходимые для здоровья, вечной, счастливой жизни. Estamos acostumbrados a que oficialmente lo que se recomienda cuando faltan determinados elementos del organismo humano es que tomemos vitaminas y demás preparados, cuando en realidad esa onda de resonancia de la que estamos hablando cumple ambas funciones, o sea, por un lado extrae del organismo lo innecesario y a la vez también genera todos aquellos elementos que el organismo necesita para funcionar de manera óptima. Pues, сейчас основная задача запомнить, как для нас выглядит эта резонансная волна, как она работает, как очистить организм и воссоздать в нем все нужное до полного здоровья. Y entonces aquí para nosotros lo importante es ver cómo trabaja esa onda de resonancia, cómo limpiar el organismo, cómo reponer, digamos, los elementos faltantes. Вот. Ведем управление, работаем. Непрерывная концентрация. Seguimos con este control sin detenernos. Es un control permanente. Это один из вариантов обеспечения вечной жизни человека и при использовании только химических элементов и месторасположения в абсолютной конструкции мира этих элементов. O sea que esto es una de las variantes como nosotros podemos trabajar para la normalización de la salud utilizando la, los elementos químicos y también la ubicación de los elementos químicos en el espacio absoluto, digamos, del universo. Итак, для реализации этого управления мы должны найти место химических элементов в
во внешней реальности, то есть такое место, вот такие, что мы изначально рассматривали, это макрообеспечение вечной жизни всем, вот это место химических элементов. Y para poder hacer este trabajo, nosotros tenemos que definir en primer lugar la ubicación de los diferentes elementos químicos. Y cada químico elemento en su lugar, en la внешней реальности, создает управляющую волну. Y cada uno en su lugar dentro de la realidad genera pues una onda de control. В физическом теле человека есть все химические элементы, которые есть на планете. En el cuerpo físico del ser humano se encuentran prácticamente todos los elementos químicos de los que existen en el planeta. И таким образом, воспринимая вот эти управляющие системы, волновые системы атомов, системы макрообеспечения вечной жизни всем, при этом эту волну, которая от одного элемента, она обязательно в бесконечности, надо не забывать все время вот горизонт бесконечности видеть. Y no se puede olvidar que aquí constantemente, mientras estamos haciendo este trabajo, vemos el horizonte del infinito. И такая резонансная терапия, она очищает организм человека от ненужных элементов и создаются в организме необходимые для здоровья и вечной счастливой жизни. Y como ya hemos dicho, pues las ondas de resonancia extraen del cuerpo todos los elementos innecesarios y generan todos aquellos que hacen falta para su funcionamiento correcto. Когда будете делать такое управление, найдете опорную позицию, найдете это счастье и начнете чувствовать резонансную волну этого счастья, пересечение этих волн и смотреть, как это все создается, как это красиво работает. Еще раз. Да, по частичкам. И когда вы будете находить вот эту норму химических элементов на планете, o sea, cuando nosotros vamos a encontrar esta norma de los elementos químicos en el planeta, начнете входить в восприятие места химических элементов, vamos a ir entrando en el lugar de cada uno de los elementos químicos. А место химических элементов – это волна счастья, которая всех достигает и которая сразу в бесконечности. Так они работают. Esto, esta onda pues muestra cómo funciona todo este sistema. Нужно будет поглубже войти в это восприятие, как работает во внешней реальности, что происходит, как это Бог создал, все. И тогда пойдет в теле, тело начнет, вы будете чувствовать в теле такую же работу, как и во внешней реальности. Y luego pues observaremos que dentro del trabajo se está haciendo exactamente el mismo trabajo que transcurre en la realidad exterior. И постарайтесь чувствовать какое-то счастье, какая-то красота, как это все создается красиво. И, ну, такое управление очень красивое, очень гармоничное. И vamos a ir viendo, pues, este trabajo de control, que es como muy hermoso, muy armonioso siempre. Около 30 химических элементов являются элементами жизненно необходимыми. Unos 30 elementos químicos se consideran como indispensables para la vida. Для нормальной жизнедеятельности организма. Para las funciones vitales normales del organismo. Мы смотрим, да, на образ человека и концентрируемся на числе 30. Estamos viendo aquí la imagen de la persona y tenemos detrás de su figura el número 30.
то управление, которое мы начали вести, мы его не останавливаем. Все так в резонансной волне работает, мы ведем, мы еще обогащаем. Y no, estamos viendo cómo seguimos enriqueciendo este control. Ну и мы воспринимаем вот это число 30, вот что нужно для счастья. Вот 30 жизненно необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, человека, элементов. Вот то, что вот это число, это как бы носитель. Вот такой нормы. Ya sabemos que este número 30 es como un portador de esta norma de que 30 elementos hacen falta para el funcionamiento, que son indispensables para el funcionamiento del organismo vivo. Ну, вот в момент, да, этого восприятия можно ощутить любовь, благодарность создателю. Y aquí se puede percibir también el agradecimiento al creador. Y concentración puede производиться уже таким образом, что число 3 теперь мысленно переводится внутрь числа 0. Y lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el número 3 al interior del 0. Вот мы это сделали, да, число 3 перевели в число 0. Ya lo hemos hecho. Концентрируемся. Nos concentramos en esta imagen. А затем число 0 как бы поднимается и переводится в верхний сегмент числа 3. Y mientras tanto el 0 va subiendo y se transforma en la parte superior del número 3, convirtiéndolo en 9. Замкнули тройку до частичной восьмерки. De esa manera, pues hemos cerrado la parte arriba. При этом нижняя часть числа 3 остается незамкнутой с середины данного числа. Y la parte abajo se mantiene sin cerrar. Y concentrируясь на этой конфигурации. Y si nosotros nos concentramos en esta configuración. В управлении нужно увидеть норму химических элементов, которые являются жизненно необходимыми. Dentro del control hace falta ver el número de los elementos químicos que son indispensables para el funcionamiento correcto del organismo. Вот и смотрим, вот эта конфигурация, да? Она, например, перед человеком, она на него светит, и в образе мы раскрываем, как это. Вот она четко определила норму жизненно необходимых элементов в организм. Как только это... Ну, Y aquí se va, pues se ha determinado con precisión ese número de los elementos indispensables. Вот цвет, например, достиг образа, а теперь в образе начинаем раскрывать. Y pues ahora vamos a ver esta imagen y vamos a ir pues revelándola. И видим норму химических элементов, которые являются жизненно необходимыми. Y estamos viendo la norma de los elementos químicos indispensables para el funcionamiento vital de los organismos. Что это значит? Но если норма химических элементов, которые же, значит, у человека обеспечена вечная жизнь, здоровье обеспечено, и вот этот цвет в образе раскрываем, и он раскрывается, посмотрите, как он раскрывается на всю вечность, на всю бесконечность. Так работают эти элементы. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funcionan estos elementos? Pues simplemente cuando tenemos esta imagen ya nos damos cuenta que esto asegura también la vida eterna para todos y la luz que emana de estos elementos pues se va distribuyendo por todas partes. Вот теперь нужно делать концентрацию на норме жизненно необходимых химических элементов.
norma de los elementos químicos indispensables para el funcionamiento normal de los organismos vivos. Не торопитесь, смотрите, как раскрывается это управление. No hay que darse prisa, vamos a ir viendo cómo se nos abre, se nos revela este control. Ну вот, например, если мы расположили, да, эту конфигурацию перед образом, свет идет на образ, когда в образе раскрывается норма этих элементов, ну тогда раскрывается и бесконечное хорошее будущее, и бесконечное пространство раскрывается норма. Y también se abre y se revela el futuro luminoso y el espacio infinito que contiene la norma. Ну, эта конфигурация там уже свободна творчески. Смотрите, может войти, например, внутрь образа, уже сияние внутри образа, можете, вот там яркий свет, и в этом ярком свете можете воспринимать эту конфигурацию. Y entonces ya podemos percibir de diferentes maneras la configuración que hemos logrado. Por ejemplo, esa luz puede entrar en el cuerpo y a través de esa luz pues podemos percibirla. Но при этом важным является раскрывать норму. Что значит норма химических элементов? Это сразу же волна управления, которая сразу в бесконечности. Pero para eso hace falta saber qué significa la norma de los elementos químicos. Esto significa la onda del control que va directamente al infinito. Concentrémonos. Nos concentramos. Смотрите, как реальность выравнивается, как Vamos a ver раскрывается для человека путь, да, куда идти. cómo se alinea toda la realidad y se va abriendo como una especie de camino ante la persona para que él sepa hacia dónde tiene que ir. Y вот вы видели, как это работает, как раскрывает реальность эта концентрация. Y hace falta ver cómo esto funciona, cómo esta concentración va revelando toda la realidad. Запоминаем эту конфигурацию. Recordamos esta configuración. Вот раз она нам раскрыла ту норму, которая вот открывает свет сразу до бесконечности, вот идеальная, да, она открывает. Y pues revelamos la luz que funciona aquí de manera ideal. Вот концентрация на данном уровне информации позволяет при необходимости принятия сверхбыстрых решений организовать правильное, точное мышление в направлении задачи вечной жизни и вечного развития. Y esto también nos permite dirigir nuestros pensamientos hacia la tarea de la vida eterna y del desarrollo eterno. То есть, когда у нас какая-то ситуация не очень понятно, как ее решить. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos en alguna situación que no tenemos demasiado claro cómo se puede resolverla. Когда мы сконцентрируемся на этой конфигурации, некоторое время поконцентрируемся, мы увидим, откроется решение в виде оптики, в виде света, просветятся горизонты до бесконечности. De pronto estamos viendo que se nos aparece la solución en forma de luz y esa luz llega hasta el infinito. И придет решение, ну, как минимум, человек как бы успокоится, потому что вот спокойное восприятие, придет светлая мысль, что нужно, как нужно. Y la persona pues como que recupera su calma, su tranquilidad, porque le llega esta idea luminosa que le muestra qué camino hay que tomar, cómo hay que actuar. Ну, естественно, при этом еще и при вот такой ясности мышления, которая открывает эта концентрация, еще и открывается, естественно, ресурс здоровья.
Pero obviamente aquí también se le revela el recurso necesario para el restablecimiento de la salud. Потому что при задаче вечной жизни бывает необходимость быстроты мышления на длительное время, когда много информации надо обрабатывать, принимать точные правильные решения, то через эту концентрацию как бы можно находиться в таком свете правильных принятий решений. Porque cuando se trabaja en las condiciones de la vida eterna, hace falta que la velocidad del pensamiento sea muy alta, o sea, hace falta ser capaz de sostener esa luz de la solución por largo tiempo. Сейчас задача является нам запомнить ту оптику, тот светлый путь до бесконечности, который нам открыла на занятии эта концентрация, а потом ее вспоминать, уже как-то самостоятельно, творчески развивать. Y entonces, pues hace falta revelar esta luz y luego desarrollarla de una manera creativa. Итак, концентрация на жизненно необходимых химических элементах. Y de esa manera la concentración en los elementos químicos indispensables para las funciones vitales de los organismos vivos. Позволяет нам длительное время правильно организовывать мышление. Nos permite organizar el pensamiento por largo tiempo. Вот концентрируемся, мы свое управление мы не отпускали, мы его еще обогатили, раскрыли дальше, ну, оптику, свет раскрыли. Vamos a concentrarnos, vamos a enriquecer nuestro control y a revelar, a mostrar la luz. Так можно образование передавать человеку, как бы в его мышлении, как бы если засветить, ну, не влезешь в мышление, перед образом засветить, например, эту конфигурацию и увидеть, что человек сориентировался, увидел, тогда его мышление, он включится в это управление позитивного мышления, позитивного развития реальности. Si trabajamos de esta manera, pues también nuestro pensamiento se va a incorporar en trabajo de pensamiento positivo, de concentración sobre una realidad positiva. Вот. Теперь мы заканчиваем наше управление. Y aquí terminamos nuestro control. Смотрите, как поднимается как бы вот это колесо вечной жизни. Поднимается свет из прошлого, идет в бесконечное будущее, как бы через образ. Мы вот все события как бы привели в колесо вечной жизни, вечной молодости. Vamos a ir viendo cómo se va levantando esa rueda de la vida eterna que se va moviendo. Ну вот, на сегодня вся информация. Entonces, esto es todo para hoy. Всем большое спасибо. Muchas gracias a todos.